30 сентября в Даугавпилсском театре состоялся процесс приема в эксплуатацию обширного закулисного пространства – хранилища декораций, которое было отремонтировано впервые за многие десятилетия. Теперь новое двухъярусное помещение будет не только удобным для работы с театральной сценой, но и безопасным для сотрудников учреждения культуры. Проект по ремонту хранилища был разработан несколько лет назад, и в этом году самоуправление приняло решение о выделении финансирования. За 3 месяца удалось отремонтировать старый пол, стены, улучшить освещение, значительно расширить навесной этаж склада и сделать отдельные комнаты для хранения малых реквизитов. Благодаря этому помещение стало более светлым, безопасным и защищенным от влаги. В ближайшее время еще предстоит закупить тельфер – подвесной грузоподъемник для перемещения тяжелых декораций. Сотрудники театра выражают благодарность самоуправлению за эти приятные преобразования и зовут своих зрителей на постановки. Сейчас, пока основная сцена еще не освобождена, спектакли проходят на экспериментальной сцене 2-го этажа, но уже с середины октября с премьеры спектакля «Чайка-1» планируется, что любители театра смогут увидеть игру актеров на главной площадке. Больше информации и афиши можно найти на официальном сайте Даугавпилсского театра daugavpilstheatres.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсского самоуправления.